Марик. А это чудо-ребенок, мой племянник Умер. Твой племянник? Сын сестры. Очень милый, правда? Ты же попросил познакомить тебя с сестрой. Вот и познакомился. Да. Я действительно очень хотел познакомиться с вами. Мы тоже. Тетушка, возьми Омера. Иди сюда. Идем. Смотри. Как ты могла так поступить? Как ты могла, Ясмин? Как ты могла? Как ты могла скрывать от меня сына? Ответь, Саваш. Пожалуйста, ответь, умоляю. Проклятие!